Что касается Чувашии, Чувашской республики, безусловно, потенциал производства молока, производства мяса, он, как и был и есть сегодня, огромный. Естественно, на базе, на основе семейных ферм, и, конечно, и комплексных подходов. Понятно, что и зерно для вас тоже, в общем-то, достаточно эффективный продукт. Вот. Поэтому Чувашская республика, в общем-то, демонстрирует неплохие темпы развития сельхозпроизводства с учетом сегодня конъюнктуры, которая складывается на рынке в пользу нашего отечественного сельхозпроизводства. Так что вы идете в ногу со временем.